Всем привет, ребята! Наконец-то у нас в Беларуси произошло открытие сезона охоты по болоту на Бекаса. Погуляли и мы с Вистиком. Вист красавчик, конечно, поработал. Пару птичек удалось добыть. Промахов, наверное, штук 5 было. И штук 7-8 подъемов при подходе. То есть я даже не успевал подойти. Птичка взлетала и улетала. Ну вот как-то так. Сейчас покажу, что мы добыли. Вот наша добыча. Ружье Бетинзоли Silverlight. Стрелял семеркой. 32 грамма. А Вист работал носом. Устал, как собака. Вист, силы есть? Ладно, отдохни, трахец. Так что вот, как-то так. С полем меня и всех открывшихся сегодня охотников. Приятного просмотра. Стоять! Апорт! Апорт! Ко мне! Красавчик! Ай, молодец, умница! Апорт! Молодец! Дай! Умница! С полем. Первый бекасик в этом сезоне. Красавчик. Молодец, умница, молодец. Молодец, молодец. Молодец. Ищи. Стоять! Стоять! Поищи! Стоять! Молодец! Молодец! Стоять! Ищи! Не выдержали стоечку. Два бекасика.
Тихо. Поищи. Зайчик. Стоять! Стоять! Молодец! Молодец! Молодец, ко мне, ко мне. Молодец, иди ищи, ищи. Молодец, ищи. Стоять! Апорт! Ко мне! Ко мне! Не жевать, блядь! Что это такое? Ко мне! Дай! Сколько бабочек. А это был бекас. Молодец. Ищи. А это был бекас. Поищи, поищи, поищи. Стоять. Молодец, молодец. Это был дупель. Молодец, ищи. Уровень водички немногим ниже этой карты. Тут можно и на машине, если что. А дупель пусто. Сухо. Сухо. Что еще сказать? Идем дальше. Ого. Есть. Стоять! Папа.
Ищи. Молодец, молодец. Молодец. Это тот перемещенный. Вот так вот, блядь. Пока камеру ставил, бекасика профукал.